вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакра Молодой, до своего ареста встречался с подручным Андреем Кочуйковым, итальянец. В рамках следственных действий встреча проходила под руководством экс-руководителя следственного управления Алексея Крамаренко, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Крамаренко Елену Фуделову. По ее словам, следователь, который проводил очную ставку, ответил на все вопросы и дал пояснение. Крамаренко тоже ответил на вопросы следствия по этому поводу. «Мой клиент же не мог контролировать, что происходит и какие следственные действия на всех четырех этажах следственного управления», заявила Фуделова. Как ранее утверждал источник агентства, на той встрече Шакра похлопал коллегу по плечу и сказал: «Все будет хорошо». Шакра, итальянец, Крамаренко и множество других силовиков и представителей криминального мира стали героями одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду из которых уже вынесены приговоры, сводится к тому, что высокопоставленные офицеры Следственного комитета России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи итальянца, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.